Всем привет, это Костик, и сегодня я хочу с вами поделиться новостью о том, что в PlayStation Store появилось новое приложение Кинопоиск HD. Вот ранее у нас было Иви, Мегаго, Око, теперь вот есть и Кинопоиск. Подписка плюс мульти, 4 месяца в подарок тут. Приложение доступно только для новых пользователей Кинопоиск HD с активацией подписки PlayStation Plus. Так, с активной подпиской PlayStation Plus. Затем 299 рублей в месяц. Отменяйте в любой момент, напишем за 3 дня до первого списания. То есть 4 месяца бесплатно можно попользоваться. Итак, вот я активировал, но тут у меня выскочило окно, в котором Кинопоиск просит, чтобы я ввел номер карты. Вот, подписка. Плюс мульти, 4 месяца в подарок, далее 299 рублей. Эксклюзивы Кинопоиска, 1000 фильмов и сериалов, доступ к Яндекс.Музыке. О, это тоже хорошо. Ну что ж, сейчас я введу, покажу, что дальше. Итак, вот я ввел данные карты. Подписка плюс мульти успешно оформлена. Через 120 дней будет автоматически списано 299 рублей. Отменить подписку можно в любой момент. Так, выбрать, посмотреть. Ладно, не забыть там определиться, отменить ее или продлить потом. Может быть, за место кабельного телевидения буду использовать. Надо поглядеть, будет ли работать это, если просто зайти через телевизор в интернет, не включая PlayStation. И на компьютере, если и так будут работать, то можно вот за место кабельного телевидения использовать. Итак, вот у нас тут есть популярное. Так, что тут, Вратари Галактики, смешанные. Ну, не особо новые фильмы. Вот есть Зависнуть в Палм-Спрингс. Это вот более-менее, что касается нового. Ну а так, конечно, тут, наверное, будет все запозданием появляться. Вот «Ходячие мертвецы» тут можно смотреть в хорошем качестве, прямо на телевизоре сразу, ничего нигде не скачивая, не дожидаясь. Но ждать, скорее всего, дольше. Посмотрим. Потом, что смотрят сейчас. Новинки. Так, выбираем фильмы и сериалы. Так, выбор рекомендаций, фильмы для всей семьи. Потом фильмы для вас. По жанрам. Рекомендуемые сериалы. Только на Кинопоиск HD. Потом идет вот жанр фантастика. Детям. Комедии. На языке оригинала, субтитрами, коллекции. Так, умная фантастика. Ставим на паузу. Узнаем актера, технология Deep Dive. Так, анимационные сериалы. Лучшие экранизации. Драмы. Боевики. Супергерои и комиксы. Сколько много тут подборок. Документальные. Озвучено студией Кубик Куби. Лауреаты и номинанты Оскара. Триллеры. Хорошее настроение. Расслабиться и забыть обо всем. Слуга народа. Нежный возраст. Фэнтези. Фильмы и сериалы в 4К вот есть. Вон Человека-паука вижу, можно в 4К посмотреть. Вот, не скачивая. Очень удобно. А то там, даже если где-то качать, в 4К это очень долго. А то вот, напрямую. Фильмы из топ-250 Кинопоиска. Главные героини. Авторское кино. Можно было бы тут еще свои подборки создавать и рекомендовать потом людям, чтобы они, вот, допустим,
вводили подборки пользователей, да, или по названию, или по рейтингу, смотрели подборки других пользователей. Ну, может, когда-нибудь в будущем что-то такое будет. Итак, «Реальная любовь», «Наше кино». Вот такой кинопоиск мне нравится. Вот сайт они, конечно, изгадили своим новым дизайном. А вот в плане того, вот как это теперь на ТВ, вот на PlayStation появилось вот сейчас, это мне все нравится. Легкие сериалы, атмосферные триллеры, любимые фильмы Джеймса Ганна, фильмы и сериалы по комиксам DC, вестерны, коллекция VIP-Play, хиты на любой вкус, фильмы и сериалы в жанре True Crime, фильмы и сериалы Fox Now, детективы, профессионалы своего дела, хиты 80-х и 90-х. Так, входит в подписку HD Кинопоиск. Так, это вот нижняя строчка. А медиатека, вот, Home of NBO. Потом VIP Play, Beat, Fox Now, National Geographic, Disney. О, что у нас тут? Disney. Disney. Может, тут потом можно будет зимой Ванду Вижена смотреть. Так. Ну, пока вот просто вижу. Тут головоломка. История игрушек, Великий Человек-паук, Зверополис, Чип и Дейл, Утиные истории, Холодное сердце, Корпорация монстров, Аладдин, кино Аладдин. Ну, просто раздел Дисней, значит.